Опять нефть упала. Как надоела эта уже работа. Вот бы сейчас стать опять маленьким. Было бы больше свободного времени. А тут-то работа, проблемы какие-то. Как мне это все надоело. Пойду посмотрю, чем занимается Лев. Что-то я уже так устал тут сидеть. О, Лёв, что делаешь? Играю в Roblox, пол это лава. Ничего себе, а что здесь надо делать? Делать надо, надо залезть куда-то, и чтобы до тебя лава не докоснулась. Не докоснулась до тебя лава? Прикольная игра. Мы тоже раньше играли в какие-то игры в детстве. Да, а сейчас работать надо. Ого, как я высоко прыгаю. Можно я тоже с тобой поиграю? Да. А? Да. Класс. Это Roblox. Роблоксик? Да. Вот видишь эти цифры, значит скоро будет новая карта. Привет, я чувак. А это что такое? Я на мосту. Нужно забраться на самую высокую точку? Да. И три человечки в лаве по мне. Потому что пол это лава, да? Да. Она поднимается. Поднимается, ты можешь повернуться как-то куда-то? О, прикольно, смотри. Вот тихо, то, чтобы не нажимай вот эту стрелку и вот эту, чтобы не упасть. Как? О! Ты что, выиграл? Да. Прикольно. Смотрите, смотрите, что я умею. Ага. Да что ж такое? Алло. Да, понял. Ладно, хорошо. Да, сейчас отправлю. Лев, мне надо идти. Ну давай, пока. Пока. Это мне надоела эта игра. Лучше я посмотрю, где Лев. Ребят, мне срочно нужно вам по работе. Кто с ней поедет в банк? Я! Ну давай, пошли. Ты, конечно, поедешь. Пойдем. Пойдемте, ребята, быстрее. Я буду водить машину. Ну как, когда, Лев? Когда станешь взрослым? Ой, поскорее бы. А когда я смогу ходить в банк? Ну как, когда, Лев? Когда ты станешь взрослым? Ой, побыстрее бы стать взрослым. Лев, ты что делаешь? Мультики смотрю, выбираю мультик себе. Понятно. А я работаю. Надоело так уже, если честно. Может не работать? Да, было бы хорошо не работать. Мальчишки, возьмите грушу. Мне дала ее бабушка, сказала, что оно необычное. Попробуйте. Ну давай, попробуй первый. Папа? Лёва?